ты, наверное, готовишься продать родину и бежать на Запад. А банковские скрыни уже больше не являются такими беспечными. Вытягивать гроши из кишеня людей 4 девятки. За яго гінуць людзі і змагаюцца алімпійскія атлеты. Яно можа выклікаць ліхаманку, за яго саджалі ў турму, яго носіць на сваім целе значная частка насельніцтва зямлі. Як вы ўжо здагадаліся, я кажу пра золата. Вітаю, спадарства, з вамі Яраслаў Сцешык, а на Белсаце глабальнае пытанне. І сёння мы паглядзім на золата як на метал, як на каштоўнасць і як на спакусу дыктатараў. Шляхетны метал, жоўты колер, залаты бляск. Хто б не марыў знайсці залаты скарб? Раней, каб ведаць, дзе закапаныя скарбы, трэба было спачатку ў купальскую ноч знайсці папараць кветку. А цяпер ёсць металашукальнікі. Раптам чую чысты сігнал. Мы пачалі капаць, бачым штосьці жоўтае. Золата стараюцца набыць жыхары крызісных рэгіёнаў. Напрыклад, каб вывезці маёмасць за мяжу. І беларусы прайшлі праз гэта ў гісторыі. В Советском Союзе золото было практически единственной доступной населению валютой. За накопление золота валютных ценностей можно было схлопотать немалый срок. Если ты собираешь золото, ты, наверное, готовишься продать родину и бежать на Запад. Яшчэ грамадзяне купляюць каштоўныя металы, калі нацыянальная валюта хутка абясцэньваецца. Напрыклад, у Венесуэле, дзе сацыялістычная палітыка Нікаляса Мадура прывяла да гіперінфляцыі, дэфіцыту і часам нават голаду. Там людзі купляюць золата пра запас, а між сабой разлічваюцца доларамі ды еўрамі. Дзе магчыма, людзі разлічваюцца слабой валютай, каб хутчэй яе пазбыцца. І гэта венесуэльскі балівар. Дык можа і беларусам варта прыгадаць гэтую практыку. Эканамісты чакаюць у 22-м годзе моцны гаспадарчы спад, бо тады заходнія санкцыі, выкліканыя дзеяннямі Александра Лукашэнкі, набудуць поўную моц. Ва ўмовах эканамічнага крызісу, інфляцыі, ці варта беларусам укладвацца ў золата, купляць зліткі і ювелірныя ўпрыгожванні? Ювелірныя ўпрыгожванні, канешне, не, бо вы ніколі не здолеце прадаць іх хаця б за тыя ж грошы, што вы купілі. У найлепшым выпадку гэта будзе палова, а то, можа, і меней. Што датычыцца зліткаў, то гэта больш слушны варыянт, але ж тут трэба разумець, што гэта можа быць цікава толькі тым, хто хоча інвеставаць даволі вялікія сумы грошаў. У Беларусі няма рынку золата, усё ідуць аперацыі праз нацыянальны банк, таму тая маржа, на якую можна было бы зарабіць на золаце, яна з'ядаецца менавіта тымі паслугамі, тымі падаткамі. Сапраўды, беларускае заканадаўства істотна абмяжоўвае абарот каштоўных металаў. Кошты на куплю і продаж золата выстаўляе Нацбанк, і там яны сябе не крыўдзяць, нагадвае магістрка эканамічнага кіравання Ірына Сазанович, якая цяпер жыве і працуе ў Канадзе. Калі вы сёння хаціце купіць 1 кілаграм золата, то вы будзеце павінны заплаціць Нацбанку каля 151 тысячы беларускіх рублёў. А калі вы гэты самы кілаграм захаціце прадаць, то Нацбанк купіць яго ў вас толькі за 144 тысячы. А калі купіў зліткі, то дзе іх захоўваць? Банкаўскія скрыні ўжо больш не являюцца такімі бяспечнымі. Пасля некалькіх скандалаў, калі у людзей скралі грошы і рэчы з іх банкаўскіх скрыняў, яны нічога з гэтым не змаглі зрабіць. Гаворка пра ператрус у Белгазпрамбанку ў чэрвені 2020 года. Тады КДБшнікі шукалі сродкі, на якія былы банкір Віктар Бабарыка нібыта вядзе сваю дэструктыўную палітычную дзейнасць. Спрабуе стаць прэзідэнтам Беларусі. Калі юрыдычная норма з'яўляецца фікцыяй, то бок напісана адно, насамрэч атрымліваецца зусім іншае, то гэта ўжо пытанне не да юрыстаў. Тады юрысты ўвогуле не патрэбны. Але вернемся да золата. На пачатку зімы Нацыянальны банк Беларусі разаслаў ліст да ўсіх іншых банкаў, каб заахвоціць іх шырэй працаваць з насельніцтвам у продажы і куплі мерных зліткаў і зліткавых манетаў з каштоўных металаў. Бо не ўсе прыватныя і дзяржаўныя банкі хочуць з імі працаваць, а выпускае зліткі сам Нацбанк. Эканаміст Яраслаў Раманчук звязвае гэтую актыўнасць з імавернасцю эканамічнага дэфолту, калі дзяржаве спатрэбяцца золатавалютныя рэзервы. І вось тады
Национальбанк, и банки кажут, ну давайте насельство несите гроши, не гроши, а золото, мы будем с ними тут нечто робить. Але знову, что они с этим золотом будут робить? Они просто будут обеспечивать менавіта этой операции, так что вытягивать гроши с кишеня людей. Накопать уласных каштовных металлов с глебы белорусская держава не может. Значных залежов золота у нас просто нема. И не только у нас, тлумачить доцент кафедры инженерной геологии Одесского университета. Это элемент, который, собственно, как бы вроде бы есть практически везде. С другой стороны, его в промышленных масштабах очень даже немного. Серед лидеров промысловой здобычи золота – Паўднёвая Африка, Россия, Канада, Злучаныя Штаты и с недавнего часу Китай. Усе ведают историчную картинку, как золотые крупинки намываюсь у раце. Золото – инертный металл, и оно не окисляется, не ржавеет, не подвержено коррозии, ничего такого. Так? Во-вторых, золото обладает достаточно высоким удельным весом, и поэтому, в общем-то, находясь самостоятельно, может выпадать в виде отдельных песчинок и накапливаться в осадках, если это речные, например, какие-то отложения. Але цяпер усё больш популярная здабыча з каменю, золотой руды. Правда, такую вытворчасць критикуюць экологи, бо яна патрабуе або вельмі шмат воды, або выкарыстання высокотоксичных химикатов. Золото может образовывать комплексные соединения с ртутью или с цианидами, цианистым калием, цианистым натрием. Метод вылужнення або вышчалашвання выкарыстоўваюць цяпер на старых радовішчах, адпрацаваных традыцыйным спосабам. В результате вот начинаются экологические проблемы, потому что вот это выпаривание ртути, это вот эти пары ртути, которые вокруг распространяются, и вот эта работа с металлической ртутью, которая, в общем-то, тоже ну, не добавляет здоровья окружающим. Такая же история происходит с цианидами. Особливо мощную шкоду навокольному осяроддю приносит самотужная золотоздобыча, бо химикаты льются бесконтрольно. Але все гэтые намаганні потребные не для золотых зубов, их час прошел, а передусім для упрыгажэнняў и инвестиций. Золото было наверняка первым металлом, с которым познакомилось человечество. Его легко можно было найти в самородном виде. И она оказалась очень удобным для обработки. У промысловості золото використовують, наприклад, як високопроводный метал для электроники, але на гэта йде только каля 10-й частки усёй сусветной здобычи. Большинство добываемого золота на данный момент – это золото, которое используется в конечном итоге в банковской деятельности. Из него в конечном итоге делается золото высокой очистки, 4 девятки, слитками, условно говоря, которое называется банковское золото. Золото у нас металл не столько технический, сколько экономически важный. Потому что мы все договорились всем человечеством, что ж золото принято как мерило стоимости. От этой каштовности можно сгубить голову. Люди приносят для изготовления ювелирных изделий, допустим, кольца, которые они случайно где-то купили у незнакомых людей. Как правило, это всегда одна и та же история. Вам говорите, пожалуйста, вот мне срочно нужны деньги, но у меня денег нет, надо продать. Вот есть только кольцо, а в скупке без паспорта не берут. Оно стоит 200 рублей, а возьмите у меня за 50. Как правило, такой перстенок оказывается бронзовым. У нашей родной Беларуси, на жаль, якую тему не возьми, рано или поздно трапишь на коррупцию наивысшего уровня. Мафиозный спрут, связанный с кланом Лукашенко, покинул следы своих брудных щупальцев и на золотых злитках. Пачнём з таго, што дзяржава падманвае ювеліраў. Увесь залаты лом, паводле законаў, прынятых ручным парламентам Лукашэнкі, ювеліры мусяць здаваць на перапрацоўку ў дзяржаўную кампанію «Унідрагмет». Там перапрацоўваюць усе каштоўныя металы. Если я провожу анализ золотого лома и «Унідрагмет» проводит анализ золотого лома, у нас получается разное содержание золота в этом ломе. Ну и стоимость переработки золота в «Унідрагмеде», эти деньги, которые они перечисляют, по сути, является таким грабительским налогом на продажу золота. У вынику ювелиры продают золото державе на 20% танней за биржавый кошт. Але гэтые гроши, принамсі, проходят праз бюджет.
Зусім інша історія, як на Сейшельських островах з'явилася приватная компания, что здобывала золото у Зимбабве, а належала двум громадянам Беларуси – Александру Зингману и Сергею Шейману. Гэта сын Виктора Шеймана, былога керовника справами Лукашенки, одного из самых верных ягоных чиновников. На какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений дальней дуги? Правы здобычи золота у Зимбабве были дадены белорусской державе, коли были наладжены поставки белорусской техники у Зимбабве, и это было сделано на выпадок, коли зимбабвийский бок не сможет оплатить эту технику, как потребно. Але ж неким чином бенефициаром такой сделки стала не краина Беларусь, а Сергей Шейман и сумно вядомы Александр Зингман. Шейман и Зингман створили супольное предприемство с Зимбабве, где ихная приватная фирма мела 70%, а держава Зимбабве 30%. У сегодняшней Беларуси все державные страты национализуются, а все прибытки приватизуются, тлумачит Ирина Сазанович. Чтобы, коли держава несе страты, то за их платят все податкоплательщики, а коли держава отрымливая прибытки, то часто яны оседают в кишенях особных людей из заточения Лукашенко. Да и сам Лукашенко не супрать пожить у роскоши. Расследование незалежных журналистов, у тымлику белсатовцев, знайшли десятки ягоных засокреченных резиденциев, дорогий вертолет и шиковный автопарк на шмат миллионов долларов, який з'явился с хабаров от олигархов. А на своем шиковном самолете Лукашенко, как любый карикатурный диктатор, ходит гадить у золотый туалет. Диктаторов чомусьці моцно тягне до золота и каштовных каменьев. У керовника Ираку Саддама Хусейна был золотый автомат Калашникова. У резиденции президента Украины Виктора Януковича после революции годности знайшли не только коллекцию ретро-автомобилей, але и золотую сантехнику и золотый батон, який стал символом коррупции клану Януковича. А белорусов еще чакают подобные сюрпризы. У Беларуси няма золотой жилы, зато и у нас есть золотые люди. И мы на Белсате завжды рады расповести и показать то, что вас цікавить. Тому досылайте свои глобальные питания у наш телеграм «Белсат-бот» с познакой для Ярослава Стешика. До встречи, простый день.